Приветствую, друзья. Вам для настроения хочу сделать объявление. Ну, кто меня не знает, вы меня еще узнаете. Меня зовут Хосе Алиев, я создатель метода Ключ. Я автор многих книг, которые читают во всех странах мира. Я готовил спецназ, я готовил космонавтов, я готовил чемпионов мира. Я 40 лет этим занимаюсь, потому что я и ученый, и врач, и психолог. Еще и писатель, и художник. Смотрите, какие ромашки я нарисовал. Вот вселенная и цветы. Послушайте меня внимательно. У меня будет сейчас в моей школе Homo Futurus, то есть человек будущего, развитие качества человека будущего, уже сегодня у человека. Это способность регулировать нервно-психическое напряжение от состояния стресса, паники, страха до состояния внутренней свободы. Вообще-то эту методику сделал в Центре подготовки космонавтов в 1981 году. Потом она была утверждена Минздравом СССР в 1987 году. Потом пошла по всему Советскому Союзу. У меня готовились врачи и психологи со 105 городов СНГ. Книг у меня много на разных языках, но в этой школе дается всегда новое. А вот сейчас там очень много новеньких людей, которые только-только зашли туда, и они не видели классический вариант метода Ключ. Они не знают базового курса. А я вас приглашаю всех, и новичков, и тех, которые уже у меня участники школы, человек будущего, прийти на этот вебинар, на эту онлайн-школу, потому что я там дам не только классическую часть, но и нечто новое. Как регулировать нервно-психическое напряжение для того, чтобы вы могли не зацикливаться на решаемой задаче, а в нужный момент сразу переключаться на состояние вдохновения, раскрывать свои качества, быть здоровее и лучше решать все свои проблемы, какие бы они ни были. От решения математических задач до боевых, до повседневных и даже как подружиться друг с другом. И я вас очень люблю, не говорю, я вас не знаю. Я вас очень уважаю и ценю ваше мнение, поэтому приглашаю в школу Homo Futurus. Когда? Суббота, воскресенье, это 15-16 декабря, 21 час по московскому времени.